значит, Рождество. А славили, ведь на Украине с вертепом ходили. Не помните, есть такой вертеп? У нас на Рождество. Показывали? Рождество ходили. Бегают, славят Рождество. Вот я рассказывала, что дети подровали. Дети ходят, колядуют. А это ходите, Рождество поют. Это. Как поют? Рождество поют. Рождество Твое, Христе Боже, нас воссиял свет и разум, а небо звезду. Да ты потише, ты можешь. Старше. А спели уже, нам спели Рождество. Ну да. А вот еще пошла. Страх вижу. Ху-ху-ху. А потом это опять пошли пройдут, потом опять. И дроби бьешь вот это. А дроби то. А дроби она задней бьете. Вот так. А вы идете. То есть она с дробями, а вы на дроби. А я тут калашию подму. Вот так. Ну подлажишься. Спасибо. А можно вы вот прям чуть-чуть покажете дроби нам? Нет, дроби отдельно. Ну а как я? Может, следы пройдете? Ну вы давайте, под язык, под язык давайте. Нет, под язык. Да нет, вы подпойте. Частушки. Калинка маленькая моя, калинка маленькая моя, калинка маленькая моя, встаю я рядом, маленькая моя. Спасибо, старушка. Спасибо. Молодец. Девчонки, вы даете. Охворать будем, это ж мы. Не дай Бог, Бог прощает нас. Сейчас уже можно нам, сейчас уже пасхальная неделя. Садись. Я шучу, тебе надо. Давайте. На присядку. Нет, я не присяду. Нет. А что, женщины делали присядку? То есть вот эти мужские движения вы тоже делали? А делали вот так что-нибудь руками? Я уже все делала. Вот так. И всяко. Ой. И так. Молодец. И так. Ой, все, все, все. У нас ладно не делали. Вот. Попляшешь. Это мужская. Ну, по-моему, а они сейчас говорят, ты хлопай. Ну да, знаете, конечно, ну, когда что? Гуляют, по-русски ведь гуляют, по-русски, напьются, что и маму забыли. Вот тогда ну, оторваться есть. Спасибо. Ну, вот, давайте. Полюбовалась, сама кокошка припадала, сит ты тетка напекла, поднеси нам, дай к нам. Ну ты уже рассказывала. Грудочку кашки, маленькую колбаски, а колбаски нету, принеси конфеты. Кусок сала, сала нету, положи пятачок. Отлично. Мясоед это он начинается в Альфе. После крещения? После крещения. До масленицы? Да. Вот мясоед кончается, да, и масленица начинается. Вот. То есть пошли свадьбы. Вот зимой все больше. Ну так она зимой есть. Вот. И теперь масленица. Что особенного в вашем селе было с масленицей? Букарашку. Есть такое было? Букарашку наладить? Не... На санках катались на... Катались. Катушки. Называлось да. Катушки. У нас катались, мужики готовили эти конские куры. Куры. Шкуры. Привязывали к ним, как по сторонке. Вот, Иван Иванович, вы же знаете, когда вот запрягает... Одна коренная, а другая... Вот два парня, значит, эту кожу везут на это, на гору. Девки на горе. Вот они, значит, это садятся девки, парни эти их везут. Но везут они их, пока это катится. Вот крутая гора так крутая, и гора залитая льдом. Парни несут, мы жили в Никитинске, такого Иван Иванович не проезжал? Нет, не помню. Не да проезжал. Жили, да. Это за Новолейкой, вот туда. Ага, понятно. Туда, там еще дальше. Да, туда. За Верхолейку даже. За Верхолейку. За Верхолейку. У нас сейчас, считается, Верхолейка все дальше. Все ясно, дальше. Ну вот, значит, вот делаю, чтобы
скатились они, вот девки на этой шкурке, да, как будто бы пристановились. Ага. А тогда ребята на этой ждут их на этом месте. Как они? Ну тогда ребята как врежут, они в разные стороны, девки с этой, ну все в снегу, все. Ну, хохот, смех. Так, смотрите, а вот есть, чем вот рулил, не было? Ну, это санки, это уже это на, же только санки, на санках. Это же на катушках. Это, а это прям на шкуре. А это на шкуре. Великолепно. Вот. Так сколько там умещалось на шкуре-то? Ну, человека 4. 4, да, ну, шкура большая. Конская шкура, это же большая. Ну, человека 4. А хвост не вставляли? Ну, или хвост отдельный был? Слушай, нет, он сзади. Ну, это же тоже, а насмех, если... Да. Насмех это, то все. Девок сразу с этой горы ребята начинают в разные стороны. Они до этого места не докатятся сами. Вот, на своей шкуре не докатятся. Да. Бывает, вот парень обиделся, там девка изменила его. Да, это, конечно, отомстить. Отомстить, это уже обязательно. Ну, а бега? Бега были вокруг села тройки-то? Были, каждый налаживал свою тройку. А вот были там вот, делали косички? У коней? У коней. У коней обязательно. Ну, естественно, что вот всякие шипучцы делали. Это уже кони не такие, не ездовые. Не ездовые? Нет, эти кони специальные. Это у богачей, у таких у них это не было. Ну, а богачи-то держали. Она гривы-то вон какие косы-то надо набить. Да. Гармошка, балалайка. Что еще вот были? Какие инструменты могли гусли быть? Гусли были. Гусли? Гусли. Да. Какие гусли? На ложках отбивали. Какие гусли? Тетя, ну-ка. Иван Иванович. Ну, объясни же, знаешь. Я понимаю, что нет, такое гусли. Есть, вы мне гусли разные, гусли есть. Вы мне расскажите, что здесь? Нет, мы знаем, что такое мы знаем, гусли, что только гусли. Какие... Ну, они как-то палочки. Так. Это... Так вот, как ваша эта... Ага, штучка. Побольше. Вот такая штучка. Так, нарисовали. Такая, ну, дальше. Нет, ну, вот как-то вот палочки такие. Вот, ну, здесь струны. Это тоже не каждый играет на гусях. А сколько уже... струн было? Много? Ну, это уже не знаю. Ну, примерно. Ну, не 4, как вот на балалайке? 3. По-моему, 6. 6, примерно. По-моему, ладно. 6. Они вот так примерно, тетя, ну, наверное, не видите, да? Ну вот положили. Да. Рука не просовывалась да. Вот так вот. Нет, они вот так вот это и вот играли на этих гусях вот, руками. Интересно. И где это было? В каком селе? Это Никитинском. Да. Это все было Никитинское. У нас сестры. Никитинские горшки красивые. Горшки. Горшки. Корчаги. Корчаги. Да. То есть, а корчага для чего? А корчаги это сусло. Сусло делают в корчагах. Вот. Глеб не знает, что такое сусло. Объясните нам. Сусло? Да. А сусло это пшеницу проращивают, делают солод. Потом мелют его. Потом, значит, вот это разводят и ставят его в печку. Это, он, когда выйдет, он, ну, в печке, может быть, они за один день она на него приедет, это сусло, в другой день поставят. И вот когда она остынет, она такое, знаете, густое. Как вот жиденький кисель сделаешь, делается. Но оно сладкое. Но теперь-то нету сладкого. Тогда-то сахара не было, конфеты не у каждого. Это все было сладкое, это сусло. Вот. И не каждый-то делал ее, что-то надо пшеницу проростить, надо ее смолоть. Вот. Это не у каждого. Это все равно, хоть и бедные, а к празднику делали. Готовили.